Категорически приветствую, комрады. Сегодня у нас видео про ножи. Ну, почему так? Это вот предыдущее видео, да, где стоят вот эти держалки на руль в кабине велосипеда. Понятно, это была шутка. Итак, купил я вот такой вот ножик за 6 американских тугриков. Где-то он уже месяца 3 у меня. Обычный карманный нож. Сейчас я одной рукой не слишком удобно, оператора у меня сейчас нету. Ну, что могу сказать, вот так не открываете, это раз. Купил, чтобы он был такой вот коротенький, там что-то 6 с чем-то сантиметров, хромолибденко. Сейчас не помню, да не важно. Важно то, что взял его на карман, чтобы было хоть что-то, значит, чего в нем есть. Вот такие вот накладки. Я потом читал, это какой-то орех, не пойми какой. Люди их снимали. Я что сделал? Открутил их и сточил немного, потому что они в кармане какие-то, ну, не слишком удобно. А нож нужно, чтобы был с собой везде всегда. Ну, как без ножа никуда. В принципе, что там, сало, колбаску порезать, все нормально. Ссылочку на нож я кину. Теперь второй. Это Gonzo Firebird. Там какой-то покупал я его на Джербесте, и о нем что хочу сказать. Покупался он для ребеночка, для девочки, да, мы девочкам тоже дарим ножи. Ну, такое видно, как за ним никто не ухаживает, видно. Угу. Конечно, надо было взять Firebird себе, но я что-то взял этот за 6. Ну, что могу сказать, Firebird, конечно, красавчик. Вот, мы уже успели отломать ему вот этот носик, дзёбик, как я называю, я его уже нормально подточил. Ну и, я не знаю, вам видно, не видно, он затупился. Я его буду затачивать, значит, о, говна. Не все девочки следят за своими ножиками. У меня есть вот за 1 бакс такой вот точильный камень, купленный в эпицентре в немецком магазине. Я их проверяю с обоих сторон, какая зернистость, ну где-то здесь 80-160, где-то примерно так, то есть в принципе для подправки мне хватает. Помою, почищу, подправлю, и будет девочка дальше пользоваться ножами. И, кстати, это не первый нож, который женскому прекрасному полу мы в моем лице дарим. Ну что, на этом все. Зима, господа, не знаю, я вот не сильно катаюсь в такую погоду, как вы видите. Всем бобра.